Здравствуйте, я Горьковский Дмитрий Васильевич, 29 марта 1990 года рождения. Военнослужащий армии России, воздушно-десантных войск. Номер жетона АВ-302-715. Военный билет, номер военного билета АС, номер 53-21-23-8. История такая, я служу по контракту в воздушно-десантных войсках, до этого я служил в 76-й десантной дивизии, в 237-м полку, в 4-й штурмовой роте. Нас перевели по необъяснимым нам причинам в 106-ю десантную дивизию, в 137-й полк, в 4-ю штурмовую роту. В общем, история такая, я оператор БПЛА, разведывательного, наблюдательного, сопроводительного, работы со сбросами. В общем, по любой позиции могу работать на Mavic 3 DJI Fly. По прибытии сюда путем обмана у меня забрали мое оборудование. Это 4 коптера, ночной, профессиональный и 2 обычные тройки. Мной было принято решение сообщить это об этом друзьям, родственникам. Все оборудование было приобретено за мой счет, и попросить у них поддержки, чтобы они обратились в Следственный комитет Российской Федерации. После их обращения у меня начались проблемы по службе. Мне сказали, что вернут мое оборудование сегодняшним числом, должны вернуть сегодня, 23 августа 2024 года. Но вчера меня перевели целенаправленно в штурмовую группу. Ко всему к этому забрали телефон не только у меня, у всей роты. Было собрано построение, объявлено что я являюсь фактически врагом народа, и в связи с этим телефонов у нас не будет. Также пошли проблемы по службе и, негативное отношение, восприятие моей личности. То есть я являюсь фактически предателем, и стало то, что просто обратился в Следственный комитет Российской Федерации путем своих родственников. Да, не скрывая от меня то, что меня просто обнулят на первую задачу, сейчас готовят на штурмовую задачу. Заводят к тому, что либо я покончил жизнь самоубийством, находясь здесь, либо подался в бегство, то есть самовольно оставил воинскую часть. До этого были разъяснены все обязанности и права по правам Уголовного кодекса. В общем, даже не знаю, что сказать, но по ходу дела мои дни сочтены. Я сюда приехал на войну защищать свою страну, за Россию, за крест православный. Но руководству я оказался неугоден. И также нашу роту ночью теперь будет по каждые 2 часа по подъему проводят построение, утром отправляют на изнурительные тренировки и потыкают тем, что я враг народа в связи с тем, что обратился в Следственный комитет путем своих родственников. Стал неуместен, неугоден. До этого я должен был пройти обучение, меня должны были отправить в Судоплатово на повышение квалификации, чтобы я мог летать на дронах CPV для атакующих действий, и также заниматься сбросом, подвозом воды и питанием, медикаментов нашим солдатам. Но после того, как у меня забрали мое оборудование, родственники обратились в Следственный комитет, меня просто решили истребить. И в связи с этим я не знаю, как мне быть, что мне делать. Я Горьковский Дмитрий Васильевич, 29.03.1990 года рождения. Номер жетона АВ-302-715. Сегодня меня избивали пристегнутым за спину в наручниках в подвале в госпиталь МИДО-39. Избивали меня сотрудники местные. За то, что я высказался, настоятельно просил, чтобы мне сделали лечение. У меня ранение. Оно течет. Все. Блядь.
еле передвигаюсь. Вот следы от наручников. Вот. Вот это ранение. Подержи, подержи, подержи. Пожалуйста, сейчас другую руку покажу. Вот следы от наручников. Вот они. На это застегнули за спину наручники. Били в подвале. Отбили вот тут еще. Вот тут. Я позвонил всем, кому можно, короче. Я не знаю, что мне делать в ситуации. Помогите.